В республике с января изменятся правила проезда по платным дорогам. Новшество затронут автомобили массой до 3,5 тонн, которые не зарегистрированы в Беларуси или других странах ЕАЭС. Оплату можно будет вносить только онлайн. Для этого на сайте Белтолл надо купить электронную виньетку на конкретный автомобиль, а дальше система работает автоматически. Государственных наград удостоены 78 представителей агропромышленного комплекса Могилевской области. Ордена, медали и почетные звания им присуждены за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие АПК, достижение высоких производственных показателей. В 14 вузах Беларуси впервые пройдут многопрофильные олимпиады по 6 предметам. Победителей зачислят в ряды студентов без экзаменов. Регистрация уже стартовала. Каждое учебное заведение установило свой график. Ознакомиться с ним абитуриенты могут на сайтах университетов. Список определен постановлением Минобразования. В Могилевской области проходит благотворительная акция «От сердца к сердцу». Каждый желающий может принести мягкие игрушки, которые 3 декабря передадут детям с инвалидностью. Главное условие, чтобы подарок был сделан с любовью и из натуральных материалов. МЧС предупреждает о гололедице, которая увеличит вероятность возникновения ДТП и повысит риск травматизма. В четверг и пятницу ночью местами по стране, а днем во многих районах прогнозируется мокрый снег. Температура воздуха в светлое время суток максимально составит до +2.